Сейчас на крыше идут в основном подготовительные работы. Строители демонтируют старые обожженные жестяные листы. В результате пожара выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстанавливать стропильную систему, обрешетку и покрытие. К основным работам смогут приступить только когда уберут весь мусор. Будем демонтировать с крыши горевший материал, стропилы, подготавливать площадку для начала производства работ, для изготовления стропильной системы и кровли. Будет произведена полностью замена кровельного покрытия с устройством стропильной системы, с устройством нового покрытия. Будет осуществлен ремонт верхнего розлива отопления и ремонт подъездов верхних этажей, которые пострадали в результате пожара. После пожара большинство жителей остались в своих квартирах. Огонь уничтожил не только крышу, повреждена и отопительная система. Из-за нарушенной вентиляции в доме частично отключен газ. Когда начинается дождь, в целях безопасности отключают и электричество. Ситуация в 19-м доме по проспекту Масленникова на особом контроле у главы города Олега Фурсова. Он приезжал на встречу с жителями, на которой и было принято решение отремонтировать крышу за счет средств резервного фонда. И очень хорошо побеседовали, поговорили, все пообещали. Будем надеяться, короче говоря. Контролировать качество ремонта в пятиэтажке будут не только жители, но и представители районной администрации. Администрация района будет осуществляться контроль с первого дня выполнения и до окончания работ, вплоть до приемки. По словам подрядчика, на ремонт уйдет чуть больше месяца. Встречать осень жители будут уже под новой крышей. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.